все вот в воде было. Все в воде, вот все в воде. Я выйти не могла, у меня до первой ступеньки была вода. И весь двор, и все в воде было. За прошедшие сутки в целях стабилизации обстановки проведены работы по расчистке и углублению 560 метров водоотводных каналов. Возведено 240 метров заградительных насыпей. При помощи трех пожарных насосных станций, карьерного насоса, вакуумных автомобилей и мотопомп откачано более 30 тысяч тонн воды с приусадебных территорий.